Всем здорова, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Resident Evil Code Veronica. Вот. В прошлой серии мы с вами добрались до особняка Ашфорда, через завод, короче, прошли, где увидели какого-то доктора там в биохимическом костюме, вот, его там захерачивала какая-то херотень, какой-то монстр, вот. И сегодня мы начнем исследовать особняк Ашфордов. Вот. Потому что на заводе нам делать пока нечего. Там сработала какая-то там охранная система. Вот. Двери закрылись. И так что делать нам пока нечего. Так. Окей, давайте мы пойдем, наверное, с автоматами пока что. Пистолет у нас далеко спрятан. Вот. Пока за ним возвращаться не будем, да и нам его никак не пронести сейчас пока еще. Вот. Так что пока будем с автоматами ходить. Ну, если что, возьмем арбалет. Вот. Так, заметки секретаря, короче. Прошло 4 года, как я служу сэру Альфреду. Он никому не доверяет, несмотря на то, что я его... Мне строго запрещено заходить в его частный дом. В чем проблема? Говорят, что он живет с своей сестрой, близнецом Алексией на холме. Случайно я видел кого-то в окне дома. Это могла быть Алексия, о чьей красоте говорят многие. Однажды я спросил сэра Альфреда об этом. Он очень рассердился. Я его адъютант, но он никогда не был терпим. Если я спрошу о ней снова, я рискую жизнью. Кроме того, это странно. Почти так отчаянно скрывает свою личную жизнь. А почему? Странно, почему он так отчаянно скрывает свою личную жизнь, короче. Роберт Дорсон. Окей. Написано было заметка секретаря, а тут, когда забрали, там типа написано было, вы забрали заметку охраны. Окей, ладно. Тут нам, я смотрю, не пройти, нам два флюгера надо. Это подтверждение, что на полу, что полку двигали. Подтверждение, что полку двигали. Ну давай попробуем ее подвинуть, не знаю. Там что-то лежит, короче. Вот. Карта ID. Umbrella. Значок Umbrella, как всегда. Как всегда, значок Umbrella. Так. Это ID номер, наверное, да? ID карта для рабочего Umbrella. Слово NTC-0394 написано там. Давайте запишем. NTC-0394. Окей. Все. Играем по старинке с записями, короче. Чтобы по 10 раз. Так, смотри, аптечка. Берем аптечку. Я думаю, сейчас мы ее выложим сразу. Флюгеры нам тут закрыто. Отступ в виде двух ружей. Два флюгера, два золотых флюгера, короче, ну это еще рано пока. Вот. Поэтому я помню, вроде как нам их достать надо будет. Там что-то со Steam связано будет. Ну, да ладно, не будем. Не буду спойлерить. Посмотрим, увидим. Вот. Может, я что-то неправильно и вспоминаю, короче. Окей, давай. Спускаемся вниз, нам надо открыть электронные замки. У нас есть карта теперь. Вот. Так что мы сможем открыть замки. Введите номер рабочего для активации прибора. Введите свой номер. Окей, NTC 03
94. Enter. Окей, проверка номер. Подождите. Завершение процесса. Как-то так. Система замков остановлена? Восстановлена, наверное. Карта ID не нужен. Убрать карту, да. Окей. Так, ничего нужного. Так, погоди. У нас на улице еще какая-то штукенция там во дворе валялась. Давайте-ка сейчас попробуем ее взять. Ее сейчас возьмем. Там какой-то значок. Еще тут аптечки. Такую вот штукенцию взяли, короче, антиморск какой-то. Антиморск. Шестиугольный камень. Картина автомата там. Картина автомата там. Короче, какой-то корабль нарисован. Вот. Не знаю, при чем здесь автомат. Так что. У нас, смотрите, еще тут проход вниз. Давайте пока туда не будем идти. Давайте-ка мы полазаем в особняке. Вот. Что тут интересно, мы посмотрим. И как бы потом уже в дальнейшем, может быть, мы отправимся. Ну, не может быть, а нам придется отправиться туда вниз. Так, ну что, давайте по порядку. Начинаю отсюда, с этой двери. Погоди, а здесь, по-моему, была открыта дверь, да? По-моему, была. Да, здесь была открыта дверь. Здесь у нас эти летучие мыши и, короче, аптечка и кейс. Кейс, ладно, забираем. Давайте аптечку заберем тоже сразу. Так, давайте посмотрим, что у нас в этом кейсе. Это закрыто на простой замок. Я бы открыл, если бы имела отмычку. Так, короче, нам надо найти какую-то отмычку, либо ключик, я не знаю. Вот. И тогда мы сможем, наверное, открыть этот кейс. Но давайте я сейчас выложу это все. Сбегаю. Да, напоминаю, что это резидент, нам придется бегать по одному и тому же месту туда-сюда по несколько раз, короче, и скидывать вещи, вот, чтобы место экономить. Так что делаем вот так. Нам, кстати, еще траву не взяли, короче, возле дома, которая. Ну ладно. Потом она еще пригодится, мы еще будем все равно выбегать там туда-сюда, короче, бегать. Еще пригодится. Пускай она там лежит. Так, ну что? Ну что? Погнали сюда. Здесь у нас было закрыто, по-моему. Оп. Готов. Готов. Еще. Еще шлындает. Так, патроны для пистолета давайте возьмем. Блин, нам вот сейчас бы нам пестик бы вообще пригодился бы. Глиняная ваза. На ней цветочный узор. Все, сдохло, да? Это очередное чмо сдохло. Так, что у нас с патронами? 18%. Ну, если будем стрелять вот так вот небольшими очередями, то, может быть, и протянем. Окей. Закрыто здесь серебряный крест. Ладно. Допустим. Допустим. Окей. Блин, вот ненавижу, когда вот не видно, короче. Непонятно, куда стреляешь. Вечно. Так, ладно. Смотри, здесь
А, большая дверь, еще вот такая вот здесь дверь маленькая. Давайте сюда зайдем. Посмотрим. Отлично. Патроны для пистолета. Набираем, набираем патроны для пистолета, которого у нас нет. Я не знаю, как нам... Какой-то обход надо найти. Как-то вот... Я не знаю. А, здесь ножи. Здесь два ружья. Два пистолета вообще-то. Ну ладно. А здесь модель истребителя. Здесь визуальные рекомендации. Война... А, война здесь главная тема. Понятно. Чувак любит войну, короче, да? Ну, какой-то коллекционер. Здесь модель военного корабля. Любит военную тематику, что ли. Здесь два магнума. Смотрите, сколько оружия. Просто разбило окно. Ну, разбило вот это стекло и достало. Просто вооружилось по полной до зубов, я не знаю. После муравья появился камень. Кнопка ниже. Тихо, давай нажмем кнопку. Это, короче, Алексия и этот, как его, Эдвард. Или не Эдвард, как его там зовут. Похоже, да, вот они близнецы, короче, брат с сестрой, они вот прям похожи. Так, открылось потайной ход, короче, открылся. Экран опущен. Так, здесь нажимы по кругу пошли. Окей. Окей, давай заглянем, что здесь. О, смотри, оружие из многих стран здесь. Смотри, какие винтовки. Просто вот бери и все, как бы. Вот. Мочи всех налево и направо. А, руль. Пойдем. Берем руль и пойдем рулить, короче. Все мы все. Штурвал, короче, у нас тут. Это для управления кораблем. Я запомню это, спасибо. Кэп. Окей, так, здесь нарисованы декорации. Вон и два люгера. Здесь нарисованы декорации. Так, ладно. Смотри, два пара золотых люгера изображены здесь. Взять. Берем. Вы, короче, очередная, да, вот фишка. Ох ты, да ладно. Смотри, жара, да, здесь жарко. Очередная фишка, короче. Надо вместо этих люгеров поставить что-то другое. Это место для люгеров. Для менять люгеры. Да. Короче, нам толком сейчас их не взять. Либо нужно с кем-то вдвоем здесь быть, чтобы один остался снаружи и... Ну, вот кнопку активации, короче, нажал. Деактивации вот этой ловушки. Вот. Поэтому сюда мы будем возвращаться уже позже. Давай заглянем, что здесь у нас. Закрыто, здесь золотой крест. Так, там серебряный, тут золотой. Окей. Я понял. Я тебя понял. Так, ну что? Давайте посмотрим, что у нас еще наверху есть. Мы только вот разведываем обстановку. Так, еще одна дверь закрыта. Здесь серебряный герб. Отлично. Все закрыто. И нам, наверное, остается сейчас идти, короче, туда. В этот.
Направо, короче, во двор. Так, давай, давай. Блин, взял выше. Давай мы сейчас смешаем траву, короче. Патроны тоже. Смешиваем траву. И убираем ее наверх. Так, а вот этот штурвал, он, по-моему, сейчас нам пригодится. Я вот что-то я такое припоминаю, что он сейчас нам нужен будет. Давайте пока его оставим. Пока его не будем убирать. Вот что-то мне вот подсказывает, что какая-то фишка будет. Так, окей. А-а-а! Помогите! Стив? Опа. Оба. А-а-а, погоди, я вспомнил. Да-да-да, я помню. Все, я вспомнил, короче. Стив пробрался туда за флюгерами, короче, за этим. Да, вот слышите? А, не туда пошел. Слышите, да? Маленький засранец. Сколько лет этому Стиву? Наверное, не знаю, 18, да? 16, 18, наверное, да? По виду. Клэр-то здесь где-то, наверное, 19-20, наверное. Так. Этот мальчишка еще. Нари ломится. Стив страдает. Стив страдает просто. На панели управления послания. Я уймусь, когда две пары будут вместе работать. А, два выключателя. Две пары будут вместе. Погоди, две пары пистолета, что ли? Смотри, тут из пар только пистолета, да? Ну давай, С и Е. Решай. Логически, ну, подумать. Что? Как тебе солярий? О, они мне нужны. Дай мне их. Ты, наверное, шутишь? Я это нашел. Это мое. Хорошо. Ну что, ты согласна? Я обменяю тебе на какое-то автоматическое оружие. В смысле, на какое-то автоматическое оружие? Еще увидимся, Клэр. Пока. Но... Эй, подожди, Стив! Так отдай ему эти автоматы. Какое-то автоматическое оружие. Он тебе впрямую просто сказал. Я обменяю это на какое-то автоматическое оружие. У тебя два УЗИ. Какого хера ты не предложила ему УЗИ? Эх, Клэр. Эх, Клэр, а? С ней каши не сваришь вообще. Опа! Сколько много действий, да? Редфилд, как ты осмелилась помешать моим операциям? Голос. О чем ты говоришь? Голос огонь у человека. Ты позволила, чтобы тебя захватили, поэтому за тобой сюда могут прийти. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Тебе не обмануть меня! Я Альфред Эшворт, командир этой базы! О, Альфред, ты, да, наверное, Альфред, офицер низкого ранга в корпорации Umbrella, если командуешь такой богом... Как ты посмела! Семья Эшвордов – одна из самых известных и благородных. Мой дедушка был одним из основателей корпорации Umbrella. А теперь скажи мне, зачем ты напала на этот комплекс? Напала? Сразу же после твоего прибытия на мою базу напали. Ты, наверное, сообщила своим людям о ее нах... Ты меня не интересуешь, и я ничего об этом не знаю. Невероятно!
Как ты можешь так говорить? Моя база уничтожена, и из-за тебя на волю был выпущен экспериментальный Т-вирус, породивший бесчисленное количество монстров и зомби! Скажи мне, на кого ты работаешь? Кто тебя послал? Ха-ха! И как же ты выберешься отсюда? Клетка уже захлопнулась, и я буду развлекать тебя, прежде чем избавлюсь от такой крысы, как ты! Больной ублюдок. Ну, по голосу даже понятно, что он идиот просто. Так, стоп. А он ушел или... Или он сейчас стрелять будет, нет? Он, кажется, ушел. А куда он ушел? Я даже не слышал, чтобы двери какие-то открывались. Прикольно. 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 Ладно. Ладно. Ясно. Понятно. Давай пойдем посмотрим, что с правой стороны находится. С правой стороны двора. Вот здесь. Там какой-то причал, по-моему. Вроде как, вот если мне, ну, память если не подводит. Это да, это херотень, короче, связанная с лодкой. Так, смотри, карта. Карта замка. Так, нету больше, только патроны, да? Смотри, я какие гранаты там вижу, нет? Стоят, или банки. О! Арбалет. Стрелы для арбалета, отлично. Ржавые строительные материалы оставили здесь. Да, восьмиугольная дырка, вот она. Как раз для штурвала. Вниз по лестнице. Да, вот здесь, короче, сейчас подводная какая-то там будет херотень. Там, по-моему, находится аэропорт, про который говорил Стив. Помните, вначале? Бокс. Больше предметов, короче. А, увеличили, смотрите, свою сумку. Да, теперь можно больше предметов таскать. Это отлично. Хорошая находочка. Дернем рычаг, и лодка поплывет. Так, блин, надо было сохраниться. Главное сейчас не сдохнуть, это будет очень плохо. Очень, очень плохо. Тут сейчас, по-моему, зомбаки будут. Сейчас надо будет стрелять. Так, отлично. С ними справились. Сколько у нас? 2%. 2%. Это полный атас. 2%. Так, это что у нас? Это у нас клейкая лента. Ну, как ее? Ну, вы поняли. Клейкая лента. Ну, вы поняли.
Вон, самолет, короче, про который говорил Стив. Там летучие мыши вроде, поэтому она нацелилась. Так, тут где-то сохранка должна быть, я не помню, вон наверху. Надо сохраниться. Это сохранка должна быть. А, нет, не здесь, не один. Что-то очень странно. Надо найти сохранку, а потом уже заниматься всем вот этим делом. Потому что я что-то очкую. Здесь-то нет сохранений. Здесь нет сохранений. Значит, сохранка находится где самолет, короче, там. Сейчас просто, короче, посмотрим. Если сохранки нету, мы возвращаемся, короче, назад, пока следовать не будем, ничего, если там сохранки нет. Смотри, рыбки плавают. Ну вот. Сохранимся, потому что... Целую кучу проходить. Так, тут энергия для лифта, толкни переключение. Перный театр, ну вообще ништяк, да? Пошли вон, крылатые мрази. Короче, здесь нет сохранки, надо возвращаться. Надо возвращаться. Здесь только клейкая лента была. И, наверное, я возьму арбалет, потому что у меня два патрона всего осталось. Вот. Ну, было сразу это все сделать, блин, а не копошить мозг. Заметили, да, блин, за всю игру у нас, за всю игру, сколько пока пишущих этих машинок было? Всего три, да, в самом начале, там, в самом начале, в темнице, где вот пистолет мы оставили, где этот металлоискатель, этот металлодетектор. И вот здесь в доме, все. Не густо. Так, ладно, УЗИ мы выбрали, ну, оставим ящики, потому что, ну, 2% это вообще ни о чем, это просто ни о чем. Так, берем, короче, так, погоди, вот эту штуку, да, берем, потому что там у нас херотень, куда поставить можно это все будет. Б.
комбинировать. Ну давай на пятый слот. Все, отлично. Вот. И на этом, наверное, закончу я серию, дорогие друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно пишем комментарии под видео, очень важны. Вот, что вы думаете о игре, о прохождениях, вот. Что там посоветуете, что там... Короче, свое мнение пишите там. Пишите, я вообще, пишите все, что угодно, мне будет интересно почитать. Вот. Ну и с вами был Валерий. Всем пока.